stand clear of the closing doors, please. Всем привет, 12.05, Вашингтон, Нью-Йорк и Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 9 часов и 5 минут утра, Москва, 7 часов вечера. Мы начинаем последнюю в нашем сезоне программу, ток-шоу в прямом эфире. Готовимся к новому, сезону, который выйдет 1 июля. Начнем с новости, то что президент Трамп собирается принять меры, ограничивающие выдачу виз в Соединенные Штаты, чтобы приостановить въезд иностранных рабочих и освободить вакансии для граждан США. Порядок выдачи разрешение на работу будет влиять на заявителей ВИЧ H1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих, H2B для сезонных сотрудников, H4 для супругов, L1 для руководителей компаний, J1 для преподавателей программы обмена. Ограничения будут действовать до 31 декабря в свете растущей безработицы. Я представляю сегодняшних гостей, которые согласились сегодня прийти к нам в студию для того, чтобы обсудить то, что происходит вокруг нас, открыто, без цензуры. И начнем. Стив Дубник из Майами, он руководитель агентства, которое называется General Investigation Service. Юрий Табах, капитан первого ранга ВМФ США в отставке. Леон Ванстайн, у нас известный политолог, и он частый гость нашей программы. И сегодня также впервые в нашей программе из Майами инструктор по стрельбе и личной безопасности Сэм Варбаков. Всем привет. Добрый день. Начнем также с новости о том, что улицы и борцы с расизмом переименовали улицу в Риме в честь Джорджа Флойда и облили краской бюст генерала колониальной армии. Активисты компании по борьбе с расизмом заклеили название одной из улиц Рима и написали поверх имя Джордж Флойд. Они также облили краской бюст итальянского генерала, участника колониальных войн на Африканском Роге в конце 19 века. Давайте посмотрим короткий сюжет из Италии и начнем обсуждать эти темы. Члены группировки, называющие себя «Давайте останемся людьми», в ночь на пятницу заклеила в Риме указатели на Виа Амба Радам листами с надписью «Улица Джорджа Флойда и Билала Бен Месуда». Первый афроамериканец, умерший 25-го в Миннеаполисе после того, как полицейские применили к нему при задержании удушающий прием. Второй беженец, который месяц назад спрыгнул с переполненного корабля и утонул, пытаясь добраться вплавь до берега Сицилии. Улица носит название местности в Эфиопии, где в 1936 году произошло одно из сражений Второй Итало-Абиссинской войны во время экспансии в Африке фашистского режима Муссолини. Еще одной мишенью активисты избрали бюст генерала Антонио Балдисерры. Тот командовал итальянскими войсками и занимался административной деятельностью в период колониальных захватов в Эритрее в конце 19 века. Публикацию на Facebook о своих действиях и идеях борцы с расовыми предрассудками озаглавили «Жизни черных имеют значение. От Соединенных Штатов до Средиземноморья протест не прекратится». Протесты охватили уже абсолютно весь мир, и вот от того, как сваливают памятники, уже переходят к переименованию улиц. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, Леон, есть какие-то прогнозы? То, что все империи, все огромные государства, когда-либо разваливались, иначе мы бы до сих пор жили там во времена там, Ассирии или там, в крайнем случае, Древнего Рима, да? То есть в какой-то момент тому государственному строю, который оказался доминантным в мире, самым сильным, самым огромным и прочее, приходит конец. Приходит им конец обычно тогда, когда параллельно происходят две вещи. Первое, начинаются несогласия части населения, активные несогласия с той жизнью, которую они ведут, и той ролью, которую они играют внутри этого государства.
Леон, как-то звук прервался. Юрий, продолжи, как вот скажи, видение из Майами на этот счет, вот что происходит вообще? Так, у нас, к сожалению, сейчас связь прервалась. В Европе не знаю, я не живу там. А когда варвары любого, так сказать, порядка готовы, что называется, устремиться в огромных количествах на наши поля, города и тому подобное. Да, я с трудом представляю себе, что кто-то сейчас высаживает десант посредине Нью-Йорка и захватывает Нью-Йорк. Но у нас уже создалось впечатление, при котором какая-то большая часть населения по какой-то причине не может, не хочет жить таким образом, как мы жила. И, знаете, когда мне говорят о том, что это там агитаторы, это там плохие лидеры, да, они, конечно, ужасные, и их надо бы всех пересажать, так сказать, всех тех, кто говорит, что черные люди не могут, скажем, ничего добиться. Черные, сейчас опять надо говорить черные вместо афроамериканцев, не могут ничего добиться, потому что там белые им не дают. Если бы это не падало на какую-то вспаханную и какую-то, так сказать, готовую, подготовленную почву, валежник сухой, да, то оно бы не вспыхивало. То есть какие-то вещи, которые происходят в нашей стране, иногда, так сказать, по вине руководства и страны, иногда, так сказать, не по вине, но которые почему-то приводят к тому, что когда бросаешь эту спичку, она, вот смотрите, как она со страшной силой загорается. И, конечно, какие-то определенные силы, в данном случае Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, будет использовать это для достижения своих политических целей. Вот с моей точки зрения, надо постараться разобраться в том, почему валежник высох, и что мы делали не так, или чего мы не доделали, или не делаем, для того, чтобы, скажем, ну, понятно, что остановить, так сказать, можно всякими силовыми и прочими способами, но чтобы оно не произошло во второй, третий, четвертый, 150-й раз, и как раз в тот момент, когда вот внешний враг каким-то образом какой-то наступает, я еще не могу себе его представить, да, вот, иначе мы развалимся, или как минимум мы поменяем. Я бы хотел уточнить вот у Юрия. Юрий, у меня такой вопрос. Почему до сих пор это все, эти все беспорядки возможны? Почему памятники напротив Белого дома, вот, например, как вчера вечером в Вашингтоне напротив Белого дома в сквере Лафайет, прям напротив него было, значит, покушение на памятник, то есть, как бы, если можно так сказать, то есть люди стягивали его, а при этом вооруженная военная охрана стояла и смотрела на это все, ничего не предпринимая. Вот у меня вопрос как к военному человеку. На твой взгляд, почему вообще это все возможно? Ну, во-первых, чуть-чуть про памятники. Я чуть-чуть знаю про памятники, потому что я поставил памятник первому еврейскому коммодору в Филадельфии, в центре города, там, где Либерти был, там стоит памятник. Это мой памятник. Это мой памятник, и вот с этим местом, где я договорился, где у него была бар-мицва, я этот памятник могу забрать, могу завалить, могу его переплавить. Это мой памятник. Есть памятники, которые относятся к городу, есть памятники, которые относятся к штату, есть памятники, которые относятся к федеральному, как федеральной собственности. А в Вашингтоне в основном большинство всех памятников – это федеральной собственности. Да, они не имеют права, и президент Трамп сказал, вас будут судить за это, вы занимаетесь вандализмом, то, чего не принадлежит вам. И потом у нас еще есть закон, и потом еще у нас есть закон того, что… Тебя, да, слышно. А, есть закон еще такой, что, который охрана ветеранов, для американских ветеранов. И многие памятники, там, памятники Второй мировой войны, Кореи, Вьетнаму, военным, это принадлежит ветеранским организациям, и они, правда, охраняются законом, это как покушаться на права ветеранов, покушаться на эти памятники. Поэтому их можно судить. Опять же, в демократических штатах это происходит, в демократических городах это происходит. Ну, идет мэр города Вашингтона, не штата Вашингтона, а города Вашингтона, где находится Белый дом и президент. Она сама участвует в этих всех вот процессах, погромах. Поэтому она не дает полиции там работать и охранять. Поэтому приходится призывать президенту и Нацгвардию. И
армию, потому что это не штат, нацгвардии там нет. Поэтому придется призывать армию, ну, военную полицию, не самолеты там и танки, а военную полицию для охраны федеральных памятников федеральной собственности. И он говорит, что если вы будете нападать на армию, это будет, вас будет судить не суд штата или города, где они вас отпускают на следующий день, а будете уже отвечать федеральным, по федеральным законам, пойдете, сядете в федеральную тюрьму. Я знаю, что это немножко сложновато понять многим нашим слушателям из европейской части мира, но я думаю, что когда, если бы вы регулярно слушаете Леона Вайнштейна, он это все очень здоровски объясняет, намного лучше, чем я. И таким образом это будет охраняться. Но я с Леоном согласен, понимаете, я всегда это говорил, такую вещь, что тяжелые времена в стране, они создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди уже создают тяжелые времена. В Америке мы уже давно живем в очень таких хороших хорошие времена, где профессора у нас имеют возможности и право все говорить и внушать, и обучать нашу молодежь вот этим левым понятиям, левым взглядам. И хочу напомнить, что в России в 17-м году, там, ну, это продолжалось не в 17-м году, это началось намного раньше, эту революцию, этот большевистский переворот, кудетант, устроили не матросы и рабочие крестьяне. Это устроила вот эта интеллигенция, эти же журналисты, юристы, активисты, студенты, профессора. Они это все там, эту бучу начали. Как и у нас здесь. То, что мы видим, несколько чернокожих грабят и мародерствуют. Ну, это шана, это хулиганы. А вот эти все такие протесты главные, они как раз большинство состоят из белокожих студентов. Я бы хотел спросить вот с Тива Дудника, скажи, пожалуйста, вот в Сан-Франциско сейчас тоже стоит вопрос о том, чтобы убрать статую Христофора Колумба, ее убрали уже буквально. В Нью-Йорке усиленная охрана на Columbus Circle. Что ты думаешь по этому поводу? Какие тебе мысли приходят, когда вот ты слышишь в новостях, что памятники постоянно убираются и меняются вообще весь смысл исторический? Меня хорошо сейчас слышно, да? Я просто с другого компьютера вышел, извиняюсь. Меня слышно, да? Да, все хорошо. Да, продолжи. Я вообще считаю, что когда трогают историю, страна начинает разваливаться. Мы не несем никакой ответственности, ни черные, ни белые, ни евреи, никто не несет ответственность за историю. История, она называлась, она получается, что сейчас, допустим, в России было крепостное право, сейчас надо сносить, запрещать книги Толстого, потому что он был помещиком. У него когда-то были там рабы или кто-то, ну, я имею в виду, крепостные у него. История – это то, что это наше прошлое, это то, что делает нас, это наша память. И как только мы начинаем уничтожать историю, мы уничтожаем вот это государство. Мы заново переписываем. Я считаю, что это полностью акцептабл, этого делать будет очень нельзя. Это было мое личное мнение. Я бы хотел продолжить тему о том, что президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он выступил против удаления возвышающейся статуи Теодора Рузвельта за пределами Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Этот шаг был объявлен музеем в воскресенье. И дело в том, что заявление гласит о том, что проблема то, что белый президент возвышается на лошади, где рядом Рузвельт, соответственно, где с одной стороны у него индеец, а с другой стороны у него темнокожий. Вы говорите о Теодоре Рузвельте. Теодоре Рузвельте, конечно, да. Вот, а его статуи. Но извини, что я перебью. А я бы хотел как раз убрать другого Рузвельта статую. Уже есть два человека, которые хотят его убрать. Да, потому что мы, как евреи, против его статуи. Потому что я считаю, что, и думаю, что Леон со мной согласен, что из-за него убили миллионы-миллионы евреев. Как раз вот из не Теодора Рузвельта, а вот из другого. Он племянник, по-моему, был или кто-то. Ну, давайте послушаем, хорошо, что говорят люди о том, что... Хорошо, а если попробовать не убирать статуи вообще? Ну, так это было бы слишком резонно. То, что будет, да. Давайте послушаем, что говорят люди на улицах, и продолжим эту тему. Сэп, что, расист?
Я полагаю, что статуя – это искажение учебника по расовому равенству, поскольку у вас есть президент верхом на лошади и коренной американец слева и афроамериканец справа от него. Я не думаю, что создатели статуи даже думали об этом. Я думаю, что они сделали это нарочно. Нельзя иметь белого президента на одном уровне с афроамериканцами и коренными американцами. Я верю, что это было их мышление. Да, и если это расстраивает некоторых людей, и мы не поклоняемся статуям, так почему бы не снести это? И куда они собираются складывать все эти памятники? У них будет музей плохих статуй, верно? Они собираются бросить все статуи Конфедерации там? Христофор Колумб, Рузвельт, Джефферсон. Что когда-нибудь случится с мемориалом Джефферсона? Они собираются выровнять его, верно? Вашингтон. Я имею в виду, у Вашингтона тоже были рабы. Вы знаете, статуя, на которой изображен Теодор Рузвельт верхом на лошади, возглавляемый с одной стороны афроамериканцем, с другой стороны индейским индейцем, представляет определенное видение расовой иерархии и подчинения цветных людей, которое в то время оно точно отражало часть наследия Теодора Рузвельта. И, конечно, не отражает ту часть наследия Теодора Рузвельта, которую, я думаю, нам всем бы хотелось больше всего помнить. Так что я не думаю, что это часть наследия, о которой мы бы сожалели, если бы не увековечили память. Ну, так вот, скорее всего, я не знаю, предполагаю, что все эти вещи связаны в том числе с выборами, наверняка. Сэм, как вот ты считаешь, есть ли в моем предположении какая-то вот, ну, как бы доля какой-то правды вообще, как вот по-твоему? Доля чего? Я прошу прощения, я... Пропал звук. С тем, что это все связано с выборами, в том числе. Да. О, да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Или он начал говорить с точки зрения политолога, это действительно то, что сейчас происходит, это незабвенный Владимир Ильич Ленин, когда писал о пяти признаках назревающей революции. Вот это то, что происходит сейчас. Сейчас насильно заставляют всех думать о том, что низы не хотят жить по-старому, пытаются доказать, что верхушка не может управлять по-старому, вот, и таким образом пытаются внести конфликт, а так как люди, которые у нас конфликтуют, знают мало, и история для них уроком не служит, у нас начинается орвелловская действительность. Ну, я бы хотел напрямую спросить у Леона. Сейчас многие разговоры в интернете, все говорят о том, что игру политическую разворачивают теперь уже другие страны. Например, упоминается Китай. Да? Вот. Ну, давайте начнем с того, что кого же Китай предпочтет на выборах, если это так и есть, Байдена или Трампа? Ну вот прекрасная тема, потому что, наверное, здесь собака порылась, как говорил один вождь бывшего советского развалившегося союза. Ну, вот давайте подумаем вместе. Да? Избрали Байдена, и что происходит с Китаем? Во-первых, очень похоже, что Байдену Китай как минимум, так сказать, либо на крючке, либо очень много обязан, потому что Байден полетел в свое время в Китай после того, как ему Обамовский Белый дом предложил стать их, так сказать, главным человеком по переговорам с Китаем. Он должен был их уговорить не насыпать острова, не делать экспансию в море. Он провел там какое-то время, он не уговорил их ни в чем. Но он привез с собой почему-то по непонятной причине своего младшего сына Хантера. Такой элегантный молодой человек, которого только что выгнали с работы, ну, армейской на самом деле работы, за употребление наркотиков постоянно. Да. Значит, он привез его с собой, такой элегантный, в черном пальто. Они побыли там, не помню, неделю, вернулись обратно, сделали какое-то коммюнике кошмарное о том, что на самом деле суть такая, что ли получилось, китайцы такие плохие, что они не соглашаются. Привет, зачем ты туда летал? Но ровно через полторы недели после их приезда на счет Хантера Байдена прилетели $1.5 миллиарда. Еще раз, $1.5 миллиарда из Китая. Он с ними поигрался, куда-то повкладывал, он не имеет никакого опыта во вкладывании. Вот. Потом, я так понимаю, вернул деньги обратно в Китай, но за это время там сделал там десяток, полтора, 2 миллиона долларов.
Почему они это сделали? Ну, вот просто он понравился им так, в этом дело. Вот. Значит, кроме того, каждый раз, когда заходил разговор о Китае, Байден мчался к микрофону говорить о том, что Китай нам не угроза, они такие маленькие. Вторая экономика в мире, второй, вообще, так сказать, флот в мире, вторая армия в мире, вторая наука в мире, похоже, да? Наука имеется в виду украденная. Но, тем не менее, научное производство. Значит, Китай является для нас огромной опасностью, основной сегодня опасностью. Байден все время говорит, что это не опасность, мы слишком жмем и прочее. То есть для Китая Байден – это подарок, великий совершенно подарок. С другой стороны, я постараюсь коротко, ох, у меня это сложно получается, да? А с другой стороны, Трамп для них кошмар. Но мы набрались терпения. Да, кошмар, которого, так сказать, в общем, выдержать практически невозможно. Они мечтают дожить до ноября, чтобы избрали кого-то другого, потому что он выставил им преграды для, так сказать, в виде налогов, так сказать, таможенных, да, для привоза их товаров. Он ждет, чтобы они закупали больше у нас товаров. Он требует, чтобы они перестали у нас воровать технологии. У них вся индустрия построена на воровстве технологий. Вот. Они заслали сюда больше 20 тысяч своих работников разведок под видом студентов, и научить, которые прошли курсы там, завербованы в университетах, чтобы они воровали прямо тех технологий, которые только что разрабатываются, еще не запатентованы даже. Для Китая, он жмет Китай с других точек зрения, для Китая вот просто кошмарный сон Трамп и просто подарок судьбы Байден. И вот давайте подумаем вместе. И вот я попрошу остальных тоже сказать мне, что они думают. Кого бы они предпочли? И что бы они такое сделали для того, чтобы помочь этому, которого они предпочли, выиграть? Они бы предпочли бы Мао Цзэдуна. Но он уже там. В Белом доме? Лучше. Ну, знаешь, это когда дали китайцам задание, чтобы они взломали пароль в Пентагон, в компьютерный, и каждый из них имел там по 5 или по 10 шансов. И после 50 миллиардов попыток пентагонский компьютер согласился, что пароль Мао Цзэдун. Еще я скажу, что самые большие гранты во всех наших самых престижных университетах, что называется Ivy League, все гранты у них идут из Китая. Поэтому все эти профессора, они такие очень прокитайские, они все прекрасно понимают, откуда их корни. Кстати, эти университеты тоже надо снести, потому что на все Ivy League университетах шла торговля рабами. Я хочу еще заметить, что когда говорят о шпионаже между Россией и Америкой, в основном шпионаж, который идет на территории Соединенных Америки, шпионаж из Китая. Так как китайцы пытаются попасть сюда, так они пытаются следить, так они пытаются вложить шпионские какие-то девайсы, этот фильм с Китай. Насколько моего понимания, это просто для Америки, это enemy. Это enemy, которому отдали в руки все, отдали в руки производство, модели руки производства, даже лекарства, 80% нашего лекарства делают в Китае. И Трамп, когда пришел к власти, Трамп первый же сказал, что мы должны перенести на территорию США. Мы не можем дать стране, которая к нам относится с ненавистью, не считает нашим другом, мы не можем дать им контроль над нашей жизнью. И это показал коронавирус. Когда у нас не было масок, потому что они были все в Китае, у нас не было нормальных лекарств, потому что все было контролировалось Китаем. Так что Байден для них был очень выгоден. Вот у меня вопрос к Сэму, например. Вот, Сэм, вот представь себе, что ты руководишь Китаем, и у тебя там 10 триллионов долларов возможность, так сказать, оперировать, да? Сколько бы ты из этих денег готов был бы потратить, чтобы Трампа не избрали? Ну, если бы я был таким руководителем, я знаю, что китайцы, они ребята терпеливые, могут там прожить и впроголодь, я бы отдал бы все деньги. Вот, через месяц я бы их отработал бы. Ну, в общем, ты all in, что называется, да? Очень хорошо. Да, абсолютно, all in. А более осторожный военный, у нас кто-то, кажется, военный был когда-то, нет, я не ошибаюсь, нет? Вот он сидит за столом, смотрит, и там слева Байден, справа Трамп. Вот сколько денег ты бы послал для того, чтобы Трамп не выиграл эту игру?
Ну, я, ты знаешь, Леон, я бы, конечно, чуть-чуть агрессивнее действовал, чем Сэм. Потому что Сэм все-таки, насколько он не экспорт. Да, я бы еще Сэм... То есть своих бы еще добавил. Ну, я бы занял у России немного, бы там взял, пообещал бы им что-нибудь купить, там у них нефть. Но я бы еще нанял Сэма, чтобы он его завалил. Понимаешь, я бы еще ему заплатил, потому что Китаю... Не только деньгами, им реально нужно от него избавиться. Для них это просто исчадие ада какое-то. Поэтому там... А поэтому для них он... Я за его безопасность переживаю даже, честно. Я про идею послать Сэма сразу же почему-то вспомнил анекдот, абсолютно не имеющий никакого отношения, но я обязательно его расскажу сейчас. Это по-еврейски. Не хотите. Война идет, значит, там танки ползают, там артиллерия, имеется в виду Вторая мировая, да, посылают Рабиновича, значит, разведчика, проверить, так сказать, можно ли прорваться где-то там через ограждение, там туда-сюда. В общем, 3 дня проходит, возвращается обратно, весь страшно, так сказать, весь в кошмарном состоянии. Говорит, ребята, перед тем, как я вырубился, невозможно пройти. Он говорит, что надолбы? Он говорит, да надолбы, я уже нашел, уже сам раскидал. Что, рвы? Он говорит, да нет, рвы, я уже сам засыпал. Что, танков, пушек? Он говорит, нет, а что такое? Он говорит, там 2 такие большие собаки бегают. Вот. Так что, так сказать, Сэму не прорваться. Там такие собачки большие бегают. Я извиняюсь, понимаете, что делает? А Китай понимает, что Трамп, если он правильно себя поведет, и он будет президентом, может, Китай превратить в неразвитый Вьетнам. Достаточно у Китая забрать все, что сейчас в руках, все производство. Потому что Китай в основном, сколько я понимаю, на 80% работает в Америку, на производство в Америку. Все остальное потом. И мне кажется, что если правильно повернуть, то Китай можно просто выбить платформу из-под ног, и они потом будут... Но это не будет как в Китае. И они этого очень сильно боятся. Опять, может, и я не прав. Пожалуйста, как это... Представляешь, забрать у Китая, объявить войну. Нет, не забрать у Китая. И забрать. Мы уже отдали все Китаю, все производство, вот американское производство в Китае. Начать его переводить назад. Вот. Забрать его невозможно, нужно восстанавливать свое. Ну, правильно, сэр, но не имеется в виду прилететь туда, послать десантников и все снять. Имеется в виду создать такие условия здесь. Условия, да, что они сами уйдут. Здесь такие хорошие и такие плохие для привоза из Китая, что захочется делать это. Ведь сейчас Япония это делает уже, ребята. Уже 2 месяца, как Япония, 1.5, объявила о том, что любое производство, которое переедет из Китая в другую нетоталитарную страну, не обязательно в Японию, в другую нетоталитарную страну, согласен, получает полный грант, деньги невозвратные, полностью оплачивают переезд в эту страну. А если ты приезжаешь в Японию, еще какое-то то ли 10 лет, то ли что-то еще, у них с налогами будет потрясающе. То есть и сейчас там уже в этом смысле началось. Потому что все считают, думают, о, ты смотри, я на этом выиграю, сколько бабок. Черт с ним-то. Да? Здесь необходимо... Но здесь это другая психология. Здесь нужны компании производства для того, чтобы обладать их налогами. У нас под боком есть Мексика, которая нуждается в работе. У нас также есть другие страны, которые хотят принять у себя производство, которые согласны это делать. И надо только создать или условия, или создать проблемы. Для проблемы у нас компании, есть демократический сенат и конгресс, которые хотят увеличить таксы для того, чтобы улучшить социальные программы. Это вот. Поэтому, конгресс. Ребят, конгресс это пока мне кажется, это утопическое. Конгресс у нас республиканский, поэтому эти травки изберут. А его переизберут, посмотрим, что будет. Потому что я думаю, что для этих компаний надо создать или благополучие, или такие проблемы, чтобы они сами побежали из Китая, понимая, что нельзя. Смотрите, вот я просто скажу, да, у меня гипертония с детства, то есть там полный, худой, я в перетаске. И у меня каждые 4 месяца она делается в Китае, и потом приходит извещение, что от него может быть рак, потому что что-то положили то, чего наши контрольные органы смогли проверить. И постоянно менять. И когда ты берешь коробочку медикейшена, и ты вскрываешь с нее эту бумажку, видишь, что это сделано моим чай. Я не хочу 5 лекарств, которые в Китае. И оно должно делать на территории Соединенных Штатов Америки, оно должно контролироваться. Мы не можем дать врагу давать то, что самое жизненно необходимое для нас. Вот так вот все. Я считаю, что нам очень повезло, потому что мы нашли оппортуниста, Сэма. Мы можем все на него накинуться.
А я как раз, ради бога. Я с ним согласен. Ради бога. Я с ним согласен. Спасибо. Вы не можете... Я не экономист, не политолог. Там, я вообще интеллектуально не сильно развит. Но... И волшебной палочки и нет, и волшебной, да? палочки, кроме как вот мордобития, никаких чудес. У меня просто интеллигентная внешность обманчивая. Не волнуйся, не такая уж у тебя интеллигентная. Ну, по сравнению с тобой. А себе или хорошо, или плохо, да? Да, по сравнению с Леоном сложно, конечно. Я скажу, что... Они его боятся. Сегодня глобальность так вся связана, даже в военных технологиях много чего мы имеем. Мы не можем делать, потому что оно сделано в Китае, потому что некоторые части, даже высокой электроники, делаются в Китае. Поэтому так просто обрезать с ними, сделать такое вот обрезание резкое, я считаю, что это опасно, потому что... Ты прав, это опасно, но потихонечку потому, можно. Это нет, потихонечку все можно, если осторожно, то можно, но... А потом нам надо с Китаем жить, это ядерная держава, она никуда не денется. И все-таки у них огромное влияние в мире, у нас еще есть Россия под боком, с которой мы тоже с Китаем должны об этом договариваться. Поэтому сразу Китай ставить как это наш враг полностью тоже нельзя, потому что тогда они правда станут нашим врагом, и уже с ними совершенно будет сложно работать. Юрий, И подкладываться под них тоже нельзя. У меня такая идея была. Такой надо жонглировать. Может быть, сейчас меня закидают шапками, я не знаю, будут меня плеваться все. А я считаю, что в мире есть только две великие державы. Это Америка и Россия. Вот есть эти две державы. Спрашивают, Стив, наш зритель Юрий Леневич. Стив, а Россия враг США или нет? Я считаю, что Россия не враг США. Я считаю, что... Мое такое мнение, что русский народ, он очень хороший, он очень интересный с историей. Китайцы тоже хорошие. Я могу свое мнение высказать, товарищ военный? Конечно. Да, я считаю, что если Россия и Америка как-то политически как-то объединятся в каких-то общих основаниях, общих интересов, они будут доминировать над всем миром, и Китай будет стоять в сторонке. И Трамп, кстати, неоднократно пытался какие-то наладить отношения с Россией, но ему просто не дают, Сенат ему не дает ему, и они почему-то все время пытаются на Россию надавить. Опять же, я не оправдываю никого в России, я не оправдываю Путина, он мне не нравится Путин, но... Он очень сильная личность, я как личность ему не нравится. Он мне нравится, как там, человек, можно там управлять, но очень сильная личность. Я думаю, если они договорятся между собой, то Китай будет стоять при стороне. Это две самые сильные державы, которые могут управлять всем миром. Опять, может, я не прав. Можете плеваться у меня. Стив, какой у меня извращенный вкус. Можно я плюну, да. Это с первой буду. Россия, в первую очередь, враг самой России. В первую очередь, а больше никому. То, что нравится, не нравится, я думаю, что в сегодняшнем мире или вообще там в политике, в войне, кто кому нравится, чего нравится, это ничего не значит. Дело все в том, что если смотреть на это с точки зрения управления нашим маленьким шариком, то с Россией управлять им нереально, невозможно. Потому что в России непредсказуемая страна в том смысле, что, допустим, все договоры, которые мы выстраивали, я лично участвовал и свою карьеру на это положил, можно сказать, все договоры, все резолюции, все, что мы делали после Второй мировой войны, чтобы установить мир в этом мире, чтобы не было вот таких войн больше, Россия на сегодняшний день с приходом Путина вышла из всех этих договоров. Не то, что вышла, она их все нарушила. Поэтому нравится, не нравится... Мы не нарушаем договоры? Подождите. Мы не нарушаем договоры? Кто мы? Соединенные Штаты Америки. Мы не можем нарушать. Мы переговариваем договоры. Мы высказываем, когда у нас есть протоколы, как действовать. У нас один человек не может, даже президент, выйти из какого-то договора, самостоятельно, не обсудив это с разными министерствами, с разными министрами, с поддержкой в Сенате или в Конгрессе. Даже указом президентским он не может это сделать. Как Путин встал в один день и сказал, нахрен это, пошли вы к черту. То, что считает международный суд или международный трибунал, а мы ему не подчиняемся. Да, мы в нем участвуем, но не подчиняемся. Такие вещи. И с невозможно. Китай, с другой стороны, чем отличается от России? Это то, что Китай вообще в переговорах ничего, они в договорах не участвуют в таких. Они просто не принимают участия. Поэтому с ними в этом отношении легче.
Потому что если такая страна, как наша, подписывает с кем-то договор многосторонний или двухсторонний, мы все равно действуем по протоколу, по предписанию. А Россия... Россия может это может делать, а может и не делать. Может захотеть остаться, а может и похерить это все. Поэтому Россия на сегодняшний день нам не друг. И потом, сколько раз мы можем делать одно и то же. Я в 90-е годы, я был один из этих, который в начале 90-х годов рванул туда, потому что решил, что все. Вот, теперь Россия будет частью мирового общества, что это будет прогрессивное, что это будет демократическая страна. Вот у нас Ельцин, вот у нас Горбачев. Ну и что, обратно они вернулись в свой колхоз и еще как бы. Россия это страна с огромной историей, которая неоднократно вставала с колен. Угу. Как бы ее не пытались опускать, это не Россия. Я хочу сказать, я просто вам как военного не обязательно. Опять же, я хожу в Америке 30 с лишним лет, и американец из этой страны по-моему. Есть правда, что даже если взять российскую там армию, люди в основном больше идут за идею, чем в американскую армию. А эта идея как называется, Стив? Эта идея называется загранотряд или как? Ну, я понимаю, что дело загранотряд, и у меня дед воевал, но все равно, когда люди все равно шли за какую-то идею, они были идейные, и я считаю, что можно всегда договориться, когда есть две великие державы, пускай это будет не Путин, пускай Путин идет перед кто-то другой, но российский народ имеет право, российский народ имеет право на договор. Да, я прошу прощения, конечно, но абсолютно неправильные исходные и поэтому ведут в неправильные, к сожалению, выводы. Значит, уже давно Россия перестала быть великой державой. Я понимаю, чем она великая, да? Чем она великая? Уже давно Китай намного сильнее, намного больше, намного тысячу раз. Посмотрите на GDP, то есть валовый доход одной китайской, самой маленькой китайской провинции. Самая маленькая китайская провинция в 4 раза превышает весь годовой оборот, доход, не знаю, как российского государства, которое строится только на одном – углеводороды. У них больше вообще ничего нет. Это не великая страна. Все, что они могут быть, это они могут быть великими террористами. Это да, у них хватает еще силы на то, чтобы мелких соседей гнобить или держать в страхе даже больше. Вот, и мы говорим о правительстве России или о народе России? О России мы говорим. Россия сегодняшнего дня. Вот Россия, которую с 2000 года представляет Путин и его банда, называйте ее там кооператив «Озеро», называйте это, так сказать, бандиты. Значит, банда кооператив «Озеро» взяла в заложники народ России. Да народ ни при чем. А мы-то тут при чем? Ну взяли их в заложники, пусть они выходят из заложников. Мы что, опять должны их освобождать? Стив, проблема в том, что у народа, у него нет тех сил, тех средств, которые есть у этой банды. Поэтому эта банда промывает мозги своему народу, называет это патриотизмом, все кричат «Ура, да здравствует!» Вот. А Леон совершенно прав. Абсолютно прав. Я с вами согласен. В основном люди, с которыми я общаюсь, это такие же детективы, как и я, нормальные люди, которые все понимают. Либо детективы, либо нормальные люди. Решай, кто. Да. Окей, ну я нормальный. Я скажу такую вещь. Смотрите. Мне вот, например, мне пофигу, я вырос в Америке, я сюда ребенком приехал, я здесь служил, я и по-русски-то хреново говорил до недавнего времени, но дело все в том, что какая мне разница, какой там народ, да иракцы хороший народ, и афганцы хорошие люди, и много мусульман, арабов хорошие люди, все они с колен встают, ну и вставайте себе с колен, мы можем вам помочь, если вы хотите помочь. Я вот смотрю на российский народ, допустим, и на украинский народ. Вот те бунтуют и не хотят ложиться, и не хотят на колени даже вставать, а не то, что с них вставать. И это за счет их экономики, за счет их уровня жизни. На Украине. На Украине? В Украине, да. А я извиняюсь, я был на Майдане. Стив, подожди. Я знаю, Стив, что твои 44 минуты кончились. Подожди секундочку. И я очень рад, что ты был на Майдане. Я тебе горжусь. Я одну из своих медалей тебе дам. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Но дело все в том, что вот эти вот бунтуют, эти хотят уйти, оторваться. А эти сидят. И когда ты говоришь о народе,
да похер мне этот народ, если этот народ ничего не может сделать. Если этот народ все время возвращается в колхоз, в крепостное право. Да, конечно, есть там хороший детектив, я знал там хороших офицеров, я знал там хорошего дантиста один раз даже. И девушки длинноногие. О! Я тебе время отворить. Я за семейные ценности. Посмотреть, что нельзя смотреть, глазы тебе зачем? Ребята, а вот давайте такой вопрос поднимем. За кого Путин голосует? За Байдена или за Трампа? И почему? У кого есть идеи по этому? Кому на Руси хорошо? Да. Я думаю, за Трампа. А почему? Действительно, я думаю, что за Трампа. Так почему же все-таки? Я думаю... Да, вот почему? Скажи, почему? Потому что из истории, как бы демократы мягко не стелили, в конце демократы в России... У меня такое же, опять же, это мое мнение, что как бы они мягко не стелили, в основном они получали потом в России, по-моему, демократы в 2015. Опять же, это мое мнение, может, я не прав. Окей, а у Сэма... Может быть, я не прав, я думаю, что это был бы Байден, потому что Путин такой же коррупционер, как Байден, и ему с ним гораздо легче договориться. Они будут говорить в одном языке. 100%. Это мое мнение. Они уже подкупили Байдена, это то же самое, что Обама. Байден это то же самое, что и Клинтон, это вся одна шайка. И они всегда с ними договариваются, переводят 250 миллионов фонда. Скажи Владимиру, Клинтон, что после выборов будет полегче. Я буду погибче, я буду более гибче. Вы думаете, Леон, по этому поводу? И сейчас, да, я закончу. И это не Байден, который перекрыл дыхание с Северным потоком, а кинул цены на нефть вниз, а закрыл все консульства в России американские. Кстати, насчет того вопроса, что вы говорили, что иммиграции, он до декабря останавливает иммиграцию, Трамп. Никакой разницы не имеет, потому что я думаю, что до декабря наши консульские отделы не откроются по всему миру. Визы все равно не выдаются. Ну, неважно, это другая тема. И это потому, что Трамп, и уже было рассекречено через WikiLeaks, вышел документ, который выходил из ФСБ, из КГБ, которая говорила, что нет, с Клинтоном мы знаем, мы можем договориться, а вот за Трампа мы не должны, Трампа надо валить. Он непредсказуемый и неподкупаемый, поэтому с ним нам будет очень тяжело. Поэтому Россия и выступала за Трампа, как будто они хотели, чтобы Трамп стал президентом. Прекрасно понимая, что если во всем мире они будут говорить, что они за Трампа, то за Трампа люди голосовать не будут, потому что они против России. Это старые трюки. Старые дешевые трюки, никто ничего нового не придумал. Поэтому Трамп им как кость в горле. Значит, так как Юра сказал несколько пунктов, типа «Северный поток-2», который был огромным потенциальным оружием для России против Украины и Польши, Трамп, несмотря на дикое сопротивление Германии в основном и Европы, повалил на сегодняшний день. А Трамп усилил НАТО, и не просто его усилил, а вводит в Польшу ракеты, там войска, так сказать, и тому подобное, всякие места, про которые Россия орет, что ой-ой-ой, что же происходит. Но, так сказать, главное, с моей точки зрения, доказательство того, что, скажем, Путин был всегда против Трампа изначально, заключается в следующем. Если вы помните, нам все время рассказывали, что Путин прямо борется зубами и прочее для того, чтобы Трампа избрали. Одновременно ФСБ в Москве, то есть люди, которые шага не ступят против того, чтобы босса, подсекать, они почему-то готовят 18 глав, 18 писем знаменитого досье на Трампа, они готовят. Мы уже знаем те, что Кристофер Стил вообще не ездил в Россию, что он общался по телефону, факсу там и прочее, с руководством ФСБ, со старшими чинами, с несколькими. И мы уже знаем, что они ему пересылали сведения. То есть он там, скажем, с горничной, там, где якобы написали две проститутки на постель, в которой раньше спала Мишель Обама, и специально Трамп вызвал этих проституток, чтобы там, извиняюсь, написать туда. Вот. Я тоже не говорил. То есть все это передано ФСБ Кристоферу Стилу, который передал это заказчику, прямой заказчик был избирательная кампания Хиллари Клинтон.
И это ФСБ делало в то время, как Путин боролся, чтобы Трампа избрали и против Хиллари Клинтон. И ни один из них не висит с крюком в боку на стене, где там проходят тысячи людей на этом ФСБ. И ни один, и все они получили, что называется, награды, вместо того, чтобы быть уволенными, расстрелянными, сидеть под тюрьмой. Вообще, какой сумасшедший из руководства ФСБ полезет поперек босса. Поэтому, когда я прочел первый раз опубликованное, значит, BuzzFeed, вот это вот досье, то у меня ни секунды, я имел дело, к сожалению, с КГБ. С тем же Путиным, так сказать, общался довольно много. А как раз, когда, так сказать, он полз к власти, он не стал еще президентом, а даже не стал руководителем КГБ. Так вот, у них совершенно другой взгляд на мир. Они этого никогда делать не будут. Это не то, что конец карьеры, это конец жизни. Так что, господа, ФСБ... Можно вопрос к Юрию, как военному? Можно? Да. Сражались за кого? За противников Трампа. Юрий, скажите, пожалуйста, как военный, вот то, что происходило за журнале «Украина», «Майдан», то, что происходило на Украине, на Майдане, имели ли Америка какое-то отношение к тому, что происходило там? Юра, у нас нет связи. Юра, к сожалению, отсоединился. Да. Может, у Пентагона он отказывается отвечать на это. Юра, как вы считаете, имела ли Америка? Имела ли Америка что, прошу прощения, я слышу плохо. Отношение к Майдану. Я не знаю. Сэр, как вы думаете? Ну, я думаю, что каким-то образом имела. А вот Юрий вернулся к нам. Юрий, вы слышите нас? Да. Имела ли отношение, вы законно выражали Украину, тогда имела ли какое-то отношение Америка, то, что происходило на Майдане? Я не слышал вопрос, я слышу Стива плохо. Имеет ли отношение Америка к тому, что происходило в Украине на Майдане? Ну, конечно. Мы во внутренние дела Украины или нет? Ну, конечно, мы ничем не отличаемся ни от кого другого. Мы постоянно вмешиваемся во внутренние дела других стран. Мы даже при Обаме каким-то образом умудрились заплатить, по-моему, 250 миллионов Обама переслал, чтобы против Нетаньяху в его оппозиции. Ровно 250 миллионов. Почему я говорю об этом? Потому что в Майдан, конечно, мы тоже вписывались. И вложились. На какую сумму и на сколько, я точно сейчас не знаю. Но, да, конечно, мы были за то, чтобы убрали оттуда Януковича, потому что он был про Россию. Почему я говорю? Потому что... Подожди, Стив, ты меня спросил вопрос, ты должен взять себя в кулак, собрать все силы и слышать ответ. Но поэтому... Потому что Янукович был пророссийский, и в это время... У Обамы с Путиным были очень плохие отношения, прям на личном уровне. Вот что мне нравится в Трампе, что у него на личном уровне вообще ни с кем нет. Он всех обзывает одинаково, он всех там смеется одинаково, но лично у него вот такого нету, что он начинает выяснять личные отношения с кем-то. А у Обамы это было с Путиным, и у Путина это было с Обамой, поэтому... Они очень хотели избавиться от Януковича, мы, американцы, хотели избавиться от Януковича, чтобы его там и близко не было, потому что Порошенко был такой проамериканский человек, и мы уже это видим, что у него уже были договоренности с администрацией Обамы, с Байденом, с Клинтонами, с Соросами, все это было уже там создано. Почему я говорю, потому что когда я был сам с этим Британом, когда ты приходил в январе месяце, я был на этой площади, я был по работе там, и я знаю, что мне туда вкладывалось, но что меня больше всего удивило, когда стояла центральная трибуна, во время всего, что происходило, с трибуны шли какие-то представления для народа, и в открытую кричали, что бей жидов, спасай Украину, у меня даже отписали на видео. Я просто стоял, я был в шоке, я так закрыл свою рекомендовицу, потому что я уже толпа была готова разогнать любого. И тебе сказали, что будет погром, можете идти. Ты можешь помедленнее говорить и погромче. Я еще раз говорю, что когда я был на Майдане, я видел эту толпу, и в середине толпы была эстрада. А
откуда шло представление для народа, и где в открытую говорили «бей жидов, спасай Украину». У меня это записано в видео, специально записано. И мне пришлось даже прикрыть свой магендовит, чтобы меня там поубили на этом пятачке. И я был просто в шоке, что мы помогаем, допустим, стране, мы помогаем делать что-то, где такая ненависть к национальностям, ненависть, как толпа была готова к погрому. Показали бы пальцем, сказали, теперь вообще виноваты евреи на Украине, и толпа пошла бы громить. И для меня немножко даже взяло злость, то, что Америка помогает Украине, я нахожусь там, тоже с какой-то помощью по работе, что не каждая страна заслуживает, чтобы ей помогали вот так, если они не понимают, что они делают, и что они делают с этой свободой. Я тебе отвечу, потому что я тебе скажу так, мы помогали и палестинцам, и сирийцам, и многим тем, которые не только кричат «бей жидов, спасай Сирию», они это реально делают. И, кстати, это делается с вооружением России. Россия очень хорошо их вооружает и очень хорошо их тренирует на этом. Да, были такие на Майдане маргиналы. Я тебе скажу такое, что в Америке тоже есть такие люди. Вон, пожалуйста, в Калифорнии у вас они там тоже бегают и говорят «бей жидов, спасай Россию», поджигают синагоги, бьют раввинов, уничтожают кладбище. Если, я тебе больше того скажу, такие люди даже есть в Израиле. Но если мы возьмем, вот не то, что мы на что мы реагируем, я также на Майдане видел еврейскую сотню, которой командовал Натан Хазин. И потом они поехали на фронт и воевали вместе с нациками на одной стороне. И нациков кончилась еда, и они в Пасху хрумкали мацу вместе с ними. Было и такое. Была и еврейская сотня там. Но сегодня, если... Пропал Юра. Опять Пентагон отключили. Да. Ну, здесь как бы пишут о том, что вопрос Стиву пришел, о том, что «Стив, какие суммы вкладывались в Майдан? Что вы там делали? А вот смотри, потом все равно они выбрали Зеленского, и Зеленский-то еврей». Это для чего надо было довести страну? Тише и погромче. Это для чего надо было довести страну, что Украина страна, где не очень любят евреев, их очень уничтожали, даже во время Второй мировой войны и во время царских времен. Для чего надо было довести, чтобы они выбрали президентом евреев? Я сразу это сказал. Но на самом деле они выбрали киногероя, они выбрали образ, а не еврея. И готовили к этому, и готовили к фильму. Помните фильм, который был перед этим? И красиво готовили Украину. Все, что было в фильме, пошло потом по сценарию выборов Зеленского. Так молодец, что Зеленский. Слово? Молодец, Зеленский. Но почему-то сейчас говорил... вздулся опять. Кто-то, кто это придумал, большой молодец. Здорово придумал, да. Другое, что, как выясняется, нельзя человеку... А второй вопрос, сколько стоил Майдан? Я не могу сказать, я не участвовал во всем, что могу участвовать, но палатки, еда и все остальное стоили денег. А вот бы там не сидел бы, потому что сидеть было бы не на что. Они должны были кушать, они должны были обогреваться и все остальное. Вот так вот. А дальше я не могу просто сказать, потому что я тоже подписываю... Даже как бумаги, сейчас в Петре могу... стоят палатки, есть еда. Да, я не могу просто разглашать некую информацию по моей работе, но это была большая круглая сумма, которая тратилась... Может быть, денег. Стив, вот тебе пишет Юрий Леневич, может быть, ты видел на Майдане то, что хотел видеть, чему тебя научили в детстве? Может быть, ты просто не разглядел того, что там происходило? Ну вот такой у тебя вопрос Юрий задает. Я не понимаю, что он сказал, что кричали «бей жидов, спасай Украину». У меня есть конкретная запись, я записал это. Эта запись хранится у меня в телефоне. Я просто был в шоке от этого. Вот. А то, что я хотел видеть, я видел. То, что мне надо было видеть, я видел. То, что я работал. Это была часть моей работы. Поэтому то, что знаю и видел, я видел. Пока я не могу об этом сказать. Господа. Окей, господа, значит, смотрите, мы подошли уже, сейчас уже конец часа, конечно, никто нас не заставляет останавливаться, но тем не менее почти час, и я бы хотел, так сказать, несколько слов как бы под конец, ну, потом, так сказать, бога ради, развиваете или останавливаете, но просто, так сказать, какое-то такое небольшое резюме. Кстати, очень жаль, что вырубило, так сказать, не знаю из-за чего, но вырубило Юру. Значит, смотрите, Китай спит и видит, что... Трампа не будет. Россия, я, так сказать, на 100% уверен, руководство кремлевское спит и видит, что придет слабый, неорганизованный президент, который не сможет
который должен будет повторять политику, которую вел Керри, мадам, так сказать, Хиллари, Обама и, так сказать, он как представитель. Я думаю, что Иран мечтает о том, чтобы Трампа убрали и пришел бы Байден. Демократы, то есть пол нашей страны, руководство демократов просто от счастья, просто от мысли того, что они избавятся от этого кошмарного человека, который мечтает им жить, мешает им жить той жизнью, к которой они привыкли, а именно воровать, командовать, с этой жизнью жить, делать все, что они хотят. Законы им не писаны, мы уже знаем это. К сожалению, Фемида у нас очень хорошо, у нее сняли повязку с лица, она прекрасно видит, кого она судит. Есть все равны, но некоторые намного равнее, как мы уже выяснили. Чем другие. Не судить. Даже актеришков, извиняюсь, которые играют в каких-то сериях, но просто потому, что у них знакомые, их есть в окружении Обамы, тоже нельзя судить. То есть страна разделилась на две части. Они, хоть маленькая, это они, а все остальные – это быдло, которое должно им слушаться. Так вот, вот смотрите, что забавно происходит. Они же прекрасно знают друг о друге. Китай, Россия, Иран, демократическая партия. И у демпартии есть кошмарные прецеденты. Я знаю точно, у меня документы есть от Буковского, копии, как сенатор Туоми полетел в Москву по просьбе его близкого друга и соученика сенатора Кеннеди, это не убитый брат, так сказать, да, лев сенатора, да, с предложением к КГБ СССР, к Андропову, заключить союз между Демократической партией Соединенных Штатов Америки и Комитетом государственной безопасности Советского Союза по недопущению Рональда Рейгана к, значит, перевыборам в президенты США. Все документы есть, доклад Крючкова, Андропова по этому поводу есть. План, как они, демократы, предлагали свергать республиканцев и установить ближайшие отношения с Комитетом государственной безопасности, готовя визит Андропова и освещение, как он написал Кеннеди, во всех газетах, журналах, телевидения положительного образа КГБ, уже разработан был. У меня он просто в копии лежит, опять же, так сказать, Владимир Буковский мне все это переслал. У меня было большое с ним интервью, после этого он мне все это переслал. Так вот, господа, я думаю, к сожалению, что сформировался антиамериканский, они называют это трамповским, антитрамповским, но, к сожалению, антиамериканский союз, который пытается и будет пытаться влиять на выборы и на жизнь Соединенных Штатов Америки, потому что если все они помогут демократам переизбраться, то демократы их должники. А что это значит, кто будет расплачиваться? Будет расплачиваться Сэм, будет расплачиваться Юра, будет расплачиваться, значит, детективное агентство и даже наши ведущие, не говоря уже обо мне. Вот все не говоря уже обо мне, потому что я как бы на пенсии, но на самом деле работаю. Да, вот, это бог с ним, я прошу прощения, Лин. Расплачиваться будут еще наши внуки? Наши внуки будут, да. Ну вот я сейчас говорю конкретно о том, что как только, если, не дай бог, выберут Байдена, мы станем де-факто самой большой, самой сильной страной в мире, которая платит дань всем. И вот не дай бог, чтобы это... Леон, какие шансы у Трампа есть? Как вы считаете? У Трампа есть 98,99. А можно вопрос вам задать? Я хочу тут тебе подключить от вас. Сейчас очень сильный страх у людей, которые за Трампа, говорить об этом вообще, говорить, они боятся потерять работы, они боятся выйти со школы и все остальное. Так вот скажите людям, вот мои слушатели себя слушают, мои у вас, и вас очень уважают там. Что делать людям? Они боятся, я им пытаюсь сказать, идите, если вы боитесь выйти на улицу, идите голосуйте. Вот что бы вы сказали моим слушателям и тем людям, кто хотел голосовать за Трампа, но они боятся это показывать. Что делать? Ну, что делать? Значит, ждать, пока... Я понимаю эту ситуацию. Где-то 15 лет тому назад мой очень близкий друг позвонил мне и сказал, мы с тобой связаны на LinkedIn, я работаю в Голливуде, и я вынужден тебя вычеркнуть из своих там знакомых, связей, друзей. Я ему говорю, а мы с ним еще работали на киностудии, мы снимали фильм, он был ассистентом от Москвы у Алексея Германа на «Проверке на дорогах», а я был ассистентом от Ленфильма. И с тех пор мы еще знакомы и дружим, и в Израиле вместе жили, в Нью-Йорке вместе жили, сейчас он тоже в Лос-Анджелесе.
Я говорю, ты что, почему? Он говорит, понимаете, сейчас, когда принимают на работу, я не хочу называть его должность, у него очень высокая должность, но тем не менее его принимают на работу. Он очень известный человек в Голливуде. А, значит, он говорит, понимаешь, когда сейчас берут на работу, они теперь не только, говорит, с тобой разговаривают, они залезают во все твои фейсбуки, линкдины и тому подобное и смотрят, с кем ты связан. А с тобой связан, ребята, было уже 15 лет назад, а с тобой быть связанным очень опасно. У тебя такой большой рот, и ты очень спокойно обо всем этом говоришь. Меня из-за тебя не возьмут на работу никогда. Поэтому я говорю этим людям, господа, вычеркивайте, господа, скрывайте, но знаете, все те, кто с вами, настраиваете их и говорите, не сдавайтесь, урна, в которую мы пойдем, вот это и есть то место, где мы выражаем свои взгляды. Вам звонят и спрашивают, вы за кого, за Трампа это самое? Отвечаете, конечно, за Байдена, вешайте труп. Да? Делайте все, что угодно, чтобы выжить, а потом идите и голосуйте. Тогда еще один вопрос, Леон. А когда они придут на выборы, что будет на самих выборах? Вот они придут на эти участки, там они будут подвергаться какой-то опасности? Нет, они там подвергаться опасности не будут. Там будет достаточно много наблюдателей и от республиканской партии тоже. Вот, кстати, от той партии, в которой я когда-то был в ЦК. Я был в ЦК либертарианской партии. Мы тоже высылали, так сказать, на места особо, так сказать, такие опасные, где была опасность того, что там, так сказать, мухлёвка будет идти. Тоже высылали своих наблюдателей. Будут наблюдатели. Кто-то будет перед дверью ходить черные, помахивать палками, не обращать на них внимания, они ничего делать не будут. Они там специально, чтобы те, кто их боится, туда не заходили. Вот. То есть будет делаться, я вам еще предсказываю, что где-то через месяц, через полтора мирную демонстрацию черных расстреляют каким-то новым гитлеровским бритоголовым. Да? Потому что надо будет вот эту еще волну поднять. Да? Поверьте мне, это уже готовится, и, значит, самая мирная демонстрация с женщинами, с детьми, двумя полупьяными, полунакачанными, значит, вот этими наколотыми идиотами будет расстреляна, им дадут оружие, им дадут наркотики, их посадят в правильное место, их под них подведут, прямо к ним подведут тех, кто... Леон, а вы получаете угрозы? Я, ну, нет, так сказать, нет, по сравнению с всякими моими знакомыми друзьями, не получаю, нет. Ну, всякое там, типа, тебе надо набить морду, там, тебя надо, это... Ну, меня просто вырубает Facebook, меня вырубает YouTube на постоянной основе. Сейчас вот я неделю не могу ничего ставить на YouTube. Но я для этого готов... Вот это хорошая тема, кстати говоря. Мы хотели ее сегодня тоже обсудить, Стив, вместе с тобой. Я бы хотел сказать о том, что в Facebook-блокировке видео, содержащие отличные от главных новостей страны видения протестов, например, блокируются даже самые маленькие группы. Им закрывают возможность продвигать свои статьи, видео, видеорекламных постов. Видео удаляются. И мы вот как раз-таки, я бы хотел рассказать о том, что есть видео, есть фотография, где полицейскому перерезают горло, и сейчас она в эфире, эта фотография, и Facebook не нашел там нарушений никаких вообще норм морали вообще абсолютно. Да. Я вот даже хотел бы сказать о том, что мы говорили со Стивом, и инициативную группу во главе с Стивом Дудник собирается подать даже в суд на Facebook, да, и расскажи об этом, какие планы, вот что вообще на самом деле происходит, потому что это вообще очень интересно. Как я с ним столкнулся? Когда я вышел на свой Facebook-пейдж, снизу было написано, что я должен перейти на Black Lives Matter. И я сфотографировал, поставил на свой Facebook, почему меня заставляют что-то делать? Меня сразу же это выкинули, сделали violation моей группы, сказали, что это против плана Facebook, хотя я взял их фотографии, я ничего такого не сделал. И в это время люди стали присылать вот эту фотографию, потом я нашел в Фейсбуке, что афроамериканец переезжает голову белому полицейскому, и Фейсбук сказал, что мы не имеем никаких проблем с этим. Я считаю, что это нарушение freedom of speech, что это violence, что это domestic terrorism. Я, так сказать, сделал такое видео, люди откликнулись на это видео. Я поговорил с пару серьезными адвокатами, которые идут в федеральном суде. И они сказали, пожалуйста, давай мы попробуем. Скорее всего, мы проиграем. Но всего наделаем очень много. Но сейчас самое интересное, люди-то меня поддержали, но когда дело заходит на дело, все начинают сдуваться. Так что они сами по себе. И вот если эти люди не сдуются, мы это сделаем. И если они сдуются, мы, конечно, опять ничего не сделаем. Но то, что Facebook конкретно
блокируют. Вчера, Сэм, Леон, они закрыли группу евреи Силикона не давили, да? Вчера, по-моему. Там была огромная группа, они закрыли буквально за один день, после исчезла. И они, ну, раньше они обращали внимание на большие группы, а сейчас они стали обращать внимание на маленькие группы, 15 тысяч, там, 20 тысяч человек. Что-то происходит, я считаю, что они нарушают наш freedom of speech. А Леон, скажите, пожалуйста, что это за указ Трампа, как он недавно подписал по поводу социальных сетей? Вот можете разъяснить, что это? Дело в том, что Конгресс, который провел закон о неприкасаемости социальных сетей, и отменить этот закон может только Конгресс и Сенат, утвердить там и тому подобное, сделал это на основании следующего. Значит, у нас газеты, журналы, телевидение отвечают за то, что происходит у них там на страницах, на канале, в изображениях, потому что они могут либо допустить, либо не допустить, либо если человек начал что-то такое говорить, они могут ему возразить и т.д. И если кто-то считает, что вот то, что было сделано, оно каким-то образом нанесло ему урон, то можно подавать в суд на телевидение. И такое бывает, естественно, потому что, значит, телевидение, оно отвечает за то, что оно показывает. Они могли прервать, могли не показать, могли и прочее. В отличие от них, социальные сети доказали изначально в Конгрессе, что мы не являемся редакторами. Мы являемся стеной, на которую приходят люди и приклеивают, пришпиливают, засовывают какие-то там записочки. Мы не можем отвечать за то, что они пишут. Единственное, что мы можем пытаться находить и убирать призывы к прямому насилию, например, да, или там что-то, так сказать, еще такое, там просто показ какого-то прямого насилия. Значит, после этого, значит, им дали такое право делать такие, то есть мы, никто не может их судить. Но они начали пользоваться этим, и теперь вместо того, чтобы стать стеной, они стали цензором, и они цензурируют эту стену. И вот Трамп сказал, что надо необходимо отменить, и я не знаю, на каком этапе прохождения сейчас эти законы, там, правила уложения, но Трамп сказал, что надо необходимо отменить у них этот статус. И раз они лезут в редакционность, то есть они изменяют, да, запрещают, не дают и т.д. значительно шире, чем прямое насилие, то, значит, и они еще сказали, что они будут выявлять террористов. Вот. Значит, значительно шире, чем это, то, значит, у них надо отнять. Мы не можем лезть в дела частной компании, что хотят, то и делают. А если 10 частных компаний, так сказать, как бы делают одно и то же, ну что же делать, так сказать, да? Значит, надо создавать свою или не ходить к ним. Это капитализм называется свободный рынок. Но, я закончу сейчас, значит, тем не менее, если они сделали что-то, за что вы считаете, надо их судить, они вас оскорбили, обидели и прочее, то вы можете подавать на них в суд. Я единственное хочу сказать, что подавать в суд на Facebook, у которого там 2 триллиона долларов, на Google, у которого столько же, на Apple, у которого столько же и прочее, сложное дело. Они вас будут мурыжить лет 10. Но даже если вы доберетесь до суда, утверждение, что вот у меня насилие сняли, а у Васи насилие не сняли, не является ничем. Оно просто... Шума мы наделаем. Они отвечают вам, а мы не добрались еще до этого. Ваше нам попалось на глаза раньше. Аник, можно два вопроса еще задать? Да, конечно, да, безусловно. Мне просто понравилась еще правильная мысль Леона, прежде чем задашь вопрос, да, о том, что невозможно им даже дозвониться. Они раньше позиционировали себя как вот социальная сеть, да, а сейчас уже подвергают редактуре то, что мы делаем. Вот так, у меня два вопроса. Да. Генетическая информация за 2 дня, я думаю, что вы это знаете, что... Медленнее и громче. Говорят, что хозяин Бука, он не всегда в курсе, что происходит, что у него сидят медиаторы, которые находятся на Украине, очень много украинцев, которые находятся в Германии, но они украинцы. И когда они видят, что что-то портится, то, что им лично не нравится, как человеку, как медиатору, это не имеет никакого отношения к паузе Фейсбука. Они реагируют и отвечают, так как они лично об этом думают, а не как паузе этой компании. Это первый вопрос. И второй вопрос я сразу задам, чтобы вы мне ответили, мои слушатели. Что вы все-таки думаете об этой фотографии, где убивают первого полицейского, и почему Фейсбук сказал, что это не противоречит? Как вы вот к этим двум вещам относитесь?
Ну, начну со второго, потому что я его четко понял, а первый, так сказать, я переспрошу что-то. Значит, а что, есть конкретно кто-то видел ответ Фейсбука, что это не противоречит? Я не видел. Да, я, если я вам отправлю, есть ответ Фейсбука, что это не противоречит. Мы сейчас его показываем в эфире, да, есть этот, эта картинка сейчас прямо идет. Да, фотографию, естественно, вот эту картинку я видел. Более того, так сказать, я на нее даже среагировал, ну, так сказать, в привычной мне слегка юмористической манере, что, во-первых, значит, режут горло белому полицейскому, что уже сразу же не является расизмом, потому что переделан полностью смысл слова «расизм». Раньше он имел в виду, что предпочтение любой расы или, так сказать, по расовому признаку выделения человека или каких-то людей. Сейчас это означает расизм, означает, что белые там против черных. Что неправда, так сказать, да. Я имею в виду неправда, расизм это не то. Но тем не менее, значит, вот, значит, это не расизм, потому что это против белого. А второе, а где вы видите цвет кожи у человека, который его режет? Он полностью закрыт, он абсолютно, как требует сегодняшняя ковид, наша гигиена, то есть он дышит через маску. И кроме того, не видно, кто это, поэтому это, так сказать, это не расизм, это может быть кто-то вообще из космоса. Провокация. Белый человек оделся во все черное, чтобы не то подумали. Ну да. Первый вопрос, так сказать, да. Ну, я отвечаю, я не знаю, мне ужасно странно. Я боюсь, что ответ, который вы сейчас мне показываете или покажете от Facebook, он фейковый, потому что Facebook просто не отвечает на вот такое, вместо того, чтобы написать, что не вижу здесь ничего худого. Это очень похоже на... Вот автоматически сгенерированный ответ. Мне отвечали так, что вот точно такой же ответ были на мои какие-то запросы, которые я отправлял. Я не думаю, что это фейк. И второй вот вопрос по поводу медиаторов Фейсбука, что очень много программистов с Украины, которые не больше не живут в Украине, а живут в Польше, в Германии в основном. И что они просто реагируют на такие вот, реагируют в зависимости от политики, в зависимости от их личного мнения. Вы знаете, кстати, прежде чем, Леон, ты начнешь отвечать, я хочу, Лина Мэри, она пишет, а украинцам на жалобы говорят, что это в Москве сидят эти вот модераторы и решают, блокировать их или нет. Ну, то есть, вот, ну, как бы всем, у всех своя позиция. Отвечу вам всем, господа. Значит, вы себе представляете число миллиард? Я не могу себе представить. Если положить там 100 долларов его бумажки, чтобы был миллиард, то, я не знаю, чтобы до Луны, что ли, достать. Нет. Там. Ну, а еще можно сказать, что это 100 тысяч в каждый месяц для того, чтобы прожить 83 года безбедно. Да, но это мне, вот непонятно. Да, но тем не менее, значит, вот если вы столько будете получать, сколько получал от Бурисмы из Украины сын Байдена, не работая, ничего для этого не делая, да, тогда хватит на сколько 100 тысяч лет. Вот, ну, неважно. Значит, смотрите, я не верю, что любая группа людей, 10 тысяч человек, живущих в Украине, в Москве, в Ольгино, там, под Петербургом и прочее, вот прям так сидит и на что-то отвечает. Значит, давно все переведено в алгоритмы, давно так называемый, так сказать, разум, да, artificial, действует там. Значит, как вы думаете, они распознают, когда вы говорите какие-то слова, и вам ваша машина набирает, я понимаю, что это немножко странно звучит для людей не в Америке, скажем, да, но у нас это уже все современные машины, ты нажимаешь на кнопку и говоришь, позвони Васе Петрову. Она звонит Васе Петрову. А как она это делает? Это называется recognition. Там не сидит маленький человечек, который тут же начинает номер набирать. Да там компьютер находится. И вот все, что вы получаете, включая якобы личные ответы, идет от компьютера того сего или там 15 уровня ответа. А когда вы начинаете спрашивать очень конкретные вопросы, то вам отвечают конкретные ответы, потому что тот же компьютер их выбирает ответ. Значит, я безумно удивлюсь, если выяснится, что в конце этой цепочки есть все-таки какой-то там человек, который лежит на диване, ковыряется в носу и отвечает на самые сложные вопросы. Скорее всего, его нет. Скорее всего, вы никогда до него не доберетесь. Скорее всего, вы никогда не получите никакого ответа ни от какого человека, который работает на Google, который работает на Facebook, который работает на YouTube, но это тот же Google, Twitter и тому подобное. Вы даже президенту США они не отвечают. Они не отвечают президенту США.
и отвыты которого они либо видоизменяют, либо добавляют ему какую-то фигню свою, либо вообще уничтожают. Да, вот наши зрители тоже пишут о том, что это элементарные модераторы, работающие по зонам, и в большинстве случаев это электронные ответы. Модераторские зоны. Эли Шейкет пишет нам, конечно. Считается алгоритм каждого юзера. Сэм, что еще последний вопрос? Я сразу думаю, что fault line назывался. Насколько будут провокации, насколько будет опасно людям выходить на улицу, и вообще что мне посоветовал как безопаснее. А вообще нашим слушателям и нашим, ну, или там наших группах, будут ли какие-то провокации такого желания, демократической партии, вот Black Lives Matter, все эти вот... Я знаете, я честно, может, сейчас меня просто разорвут, все эти люди, которые ходят и бастуют, и громят, я их называю, у нас есть homo sapiens, я их называю not homo sapiens, да, не человек, это такое мое мнение. Что ты думаешь, что эти недочеловеки могут сделать, чтобы навредить и вот, сделать такое, опять-таки, бардак? Вопрос очень loaded, Стив. Значит, 4 июля большой американский праздник. Все будут праздновать его с американскими флагами, все будут его праздновать, петь американские гимны. И, к сожалению, сейчас огромное количество людей, которым это не будет нравиться. Если это будет большая группа, то вряд ли они посмеют к ней подойти. Если это будет небольшая группа людей, то запросто. Если кто-то сидит у себя на заднем дворе, делает барбекю, и там развиваются американские флаги, все украшено синий, красный, белый, то вполне возможно, что провокации какие-то будут. Я недавно видел видео, как подростки забрасывали fireworks в открытое окно на первое этажа дома. Вот. Такие провокации могут быть. Что в таких случаях делать? Вот. Что в таких случаях сделать? Ничего мы не можем делать. Мы можем быть готовы к какому-то, какой-то ситуации, когда она предсказуема. Здесь это непредсказуемо. Ты идешь по улице, видишь pre-attack indicators, ты видишь, там люди на тебя странно смотрят, у тебя уже вырабатывается какой-то план, что тебе нужно делать. Если ты находишься у себя дома на своем бэк-ярде, кто через забор перебрасывает тебе взрыв-пакет, ты ничего не можешь сделать. Если ты идешь в группе людей, и кто-то начинает бросать камни издалека, ты ничего не сможешь сделать. Если ты едешь по хайвею на машине, и сверху с оверпасс бросается на тебя камень или мусор какой-то, ты ничего не можешь сделать. Сэм, я вчера делал видео, перед тобой извинился в этом видео, потому что я с тобой Богу не согласен. Вчера мне объяснили мой близкий друг, которого начальник уголовного розыска, который спросил департамента полиции, поняли. Он мне объяснил. Прости, пожалуйста, я очень плохо слышу. Я перед тобой вчера извинился в одном из моих видео, потому что мы с тобой много спорили. Мне вчера мой близкий друг, один из начальников уголовного розыска местного полицейского департамента, сказал, что вторая поправка Конституции, stay ground, это ушло на задний план. Сейчас, если ты применяешь оружие в self-defense, то к тебе относятся по-другому, чем нормальное мирное время. Что даже если это не совсем так. Вторую поправку Конституции никто... Да, прошу прощения. Если к тебе домой залезли, и даже они были с оружием, а ты в ответ применил оружие, чтобы защитить свою семью, то в данный момент инстиктюторы в любом случае тебя будут чарджить, ты будешь в любом случае арестован, в первом случае пройдешь через суд и даже через жилищу, не было этого раньше. Что все теперь более аполитичнее, да, что больше уже это политика. Политизировано. Да, политизировано, что у института другого просто варианта даже не будет. Там действительно, и даже на территории твоего дома, и есть все законы, ты имеешь право себя защищать, у них нет другого выхода, как тебя не чарджить и не пропустить через систему. Так, можно отвечать? Да, или нет. Окей. Значит, вторую поправку никто не отменял, отменить ее невозможно. То, что касается презумпции невиновности в случае самообороны с оружием, она не существует уже много-много лет. Значит, если ты применил оружие в целях самообороны, да, вполне возможно, у тебя могут это оружие забрать. Если это происходило дома, то вряд ли, и это
obviously, однозначно, что ты применял оружие для самозащиты, вот, тебя вряд ли арестуют. Если это происходит на улице, 100% тебя арестуют, отвезут в Кутузку, будут там разбираться. Никаких... Ты сейчас все вот это рассказывал, как будто это какой-то алгоритм. Вот Сэм применил оружие, Петя Пупкин к нему приехал, он должен на Сэма надеть наручники, забрать его в тюрьму, вот, и чардж его. Вот. Нет, этого нет. Это немножко твой знакомый немножко сгустил. Я не понял, что мы договорились. Я не понял, если это человек, то там американец. Если к тебе что, относится по-другому, то что полиция сейчас, говорит, при каждой стрельбе мы всегда спрашиваем в данный момент, кто стрелял и в кого стреляли. И молимся, чтобы это не был белый, который стрелял в афроамериканцев, а в самом обороте. Окей. Стив, скоро вообще этот вопрос будет неактуальным. Скоро полиция будет приезжать только для того, чтобы забрать с места происшествия трупы. Вот. Так что уже разбираться будет поздно. А то, что касается самообороны, значит, это Конституцией гарантированное право. И если моей жизни или жизни моих близких будет угрожать опасность, значит, люди за это поплатятся. Или эти, как ты сказал, недочеловеки. Сейчас звучит очень по-нацистски. Извините, пожалуйста, так я к ним отношусь, потому что нормальные люди, нормальные человеки так тебя не ведут. Вообще, честно говоря, если мне можно пару слов сказать. Отлично. Значит, я сегодня утром размышлял о том, что у нас сейчас происходит, и мне вспомнилась замечательная книга Уильяма Голдинга «Повелитель мух», «Lord of the Flies». Вот, это именно то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Красивая аналогия, спасибо, да. Вот. И эта книга была там в конце 70-х, 80-х годах изъята из обращения школьной программы. Вот. А сейчас эта книга практически, ну, как вот пособие по руководству, как нужно себя вести. Это четкая модель нашего сегодняшнего общества. Все. Спасибо вам большое за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Конечно, у нас есть много о чем говорить. И темы, они сейчас наиболее актуальны. Мы не знаем, что будет дальше. Можем только лишь догадываться. Но, в принципе, для этого мы и собираемся, для того, чтобы обсудить все наши темы. И примерно быть предупрежденным. Наша программа последняя в этом сезоне. Я хочу большое вам спасибо, Сэм, ты мой друг, а много людей тебя знаю. Я считаю, это честно, как в этой программе с вами, Леон, я вас очень уважаю. Я вообще их так уважаю, но я прислушаюсь к вам, большое вам спасибо, что вы делаете для нас, для нашего комьюнити, и как вы нам разжевываете на то, что вы не понимаете. Мир вашему дому, и я всегда буду вас поддерживать. Николай, большое спасибо за то, что делаешь. Очень здорово, формат прекрасной передачи, всегда хорошо вводить людей с разными мнениями, чтобы можно было поспорить, там, покричать, позлиться и прочее. Слава богу, нашли хоть чуть-чуть разное мнение между детективом и нами, людьми военными, вот, и полицейскими. Ну, мы всегда за то, что были бы разные мнения в нашей программе, мы приглашаем людей с абсолютно разными точками зрения, и в этом как бы интерес. Я как Юра тоже служил в армии, правда, дослужился я до эфрейтора. Я 4 раза до него дослужился, потом выкидывал лычки. Меня спрашивали, подожди, ты кто? Я говорил, рядовой. Они говорили, как, ты же был эфрейтором. Никогда, говорил я. Мне 4 раза присваивали это высокое звание. Вот. Серьезно? Да. Я 2 раза был старшим матросом. Да, а когда зато демобилизовался, они мне гады. А там же я в Израиле служил. Дело в том, что там чем выше у тебя, так сказать, уровень, когда ты служился, тем больше ты потом каждый год проходишь там на 2 дня больше, на 4, неважно. А офицеры на неделю больше. Поэтому, значит, ну там кто, как я, стычковать любят больше, то те пытаются остаться внизу. Так они мне взяли, все это вспомнили и такого засандалили, когда при демобилизации. Я так... Так что называю теперь себя офицер израильской армии в отставке, или там, где я там, в запасе. Все, Коля, огромное спасибо. Здорово. Спасибо. Молодцы.
эта передача. Вообще хорошо. Молодцы. Всем спасибо. Спасибо всем. Благодарю Сэм Варбахов, Леон Ванштайн, Стив Дудник, Юрий, у нас был Табах сегодня. Благодарю всех за сегодняшний эфир. И увидимся все 1 июля в новом сезоне. Всем всего доброго. Пока. Берегите себя. До свидания. Stay safe. Stand clear of